Короче, товарищ шустрый залез вот на Ральфовский трон. Я его так не убрала, этот стул. А Дуся такой, что такое, что такое? Лапы еще разъезжаются. Короче, нам предстоит, видимо, веселая ночь. Так, киса, это мой. Все же надо обследовать. Он, скажи, себя увидел. О, себя увидел. Все, куда-то пошел. О, скажи, тут тоже тумбочка. Какие-то танцы проводят в горшке. Это вообще что? Ой, мама, какой он смешной. Лексус тот. Так, не рычи. Тебя кто спас? В засаду лег в горшок. Ой, ой, скажи, что происходит? Ускакал. Теперь этой же надо. Вот идет наш предводитель дворянства. Самый старший Дусь. Дусь, ты таким же был. Один в один, только бежевым. Он меня атакует и почему-то за ногу кусает. Киса. Короче, он как будто совсем не устал от перелета. Дусь такой сверху. Куда делся Ральф и почему появилось дома две новых кисы? Киса, у тебя туда голова не пролезет. Куда ты буришься? Эй! Баракот! Ну да, два кота драли диван.